Всем добрый день, ребят, мои подписчики, мои поддерживатели моего видео, кто ставит лайки. Спасибо вам большое, огромное даже спасибо. В итоге сыграли маленький остров с моим любимым тимом. Очень неплохо получилось. Набил там 14 киллов, это мой рекорд на этой маленькой карте. Очень хорошо сыграли, но, к сожалению, проиграли, но все равно 14 киллов. Довольно-таки неплохой результат за то маленькое время, в которое я играю. И попрошу вас, пожалуйста, досмотрите видео до конца. Сборочка будет в конце. Играл от C9 и со свисом К31. Ну и что я вам скажу? Приятного вам просмотра. Извините, забыл. Если кто-то что-то хочет увидеть, какой-то геймплей с каким-то оружием или конкретно что-то хотите увидеть, обязательно напишите в комментариях. И я сделаю для вас то, что вы попросите. Да-да-да. Чтобы, если что, просто терялись, пацаны, ебать. Чтоб со всех сторон ебашили бы. Все, базару нет. Всё, делаем. Как нас учили. Основная задача уничтожить всех противников. В атаку! Чё, есть? Патронами есть? Ящик снабжения. Охуенно. Забирайте товар. Это кто? Иди ты, ебать. Пусинки нужны, я не то. На нахуй, нокнул, ебать. Ебать, у авангарда скалкари, какая пуля медленная. Нокнул на башне, пацаны. Убил. 250 метров. Нок. Я там левого нокнул, пацаны, на красной. Поднимайся, я дерну тебя. Сейчас вылез. Заряд зал. Нок один. Бросаю оглушающую. Полный стан. Нок второй. Черт. На мне, вот здесь. Хорош. Падаю на крышу. Крепитесь. Это не сами нахуй бегают. Противник рядом с вами. От нами. На крыше забрал. Напротив дома, да. На втором. Один приземлился. Вот здесь. Заберу. Здесь противник. Забрал. Фокс. А, блин. Хорош. Зоба. Двое на втором этаже. Бросаю оглушающую. Нет стана. Возле лестницы, за... справа. Стан полный. Выебал обоих. Я всегда бью без страха. Станки, тема, ебать. Ебать. Ты видал, брат, как я их разъебал, нахуй? Как чертей, сука, последних. Замечательно. Пацаны, дам бэпку сейчас. Все есть. И ящик с патронами взял, гранат нету. Ебать, меня нокнули с крыши на 102. Сука! На мне. Хорош, Рус. Слева, вот здесь есть. Найм, блядь. Хорош, брат. Молоток. Я охуел. Стоит, ебать, крысит нахуй, ебать, просто. Да, противник рядом с вами. Я просто думал, что ебать, надо свободен. Падаю на труп прикрыть.
Да, я с тобой. Пацаны, запустил дрона, почекаю. Да, есть, вот здесь есть. Вот здесь есть, да хуй еще просто. Контроль чистый. Тюрьма, пиздец, фулл сквад. Тюрьма, фулл сквад. Контроль чистый, полностью чистый контроль. Занимаем контроль, давайте. Все чисто, тюрьма с фулл сквад и здесь фулл сквад. Все, погнали на тюрьму. Ой, блядь, на тюрьму, на контроль. Пацаны, спускается вот сюда, здесь, вот здесь, вот здесь. Метка была. Еще один, еще два. Нок. Крепи. Доел, сверху здесь. Доел нокнутого. Еще сверху вас, сверху. Забрал. Нок, убил. Ща, брат, иду. Отдыши. Хорош. Он нас как будто кто-то. Точка. Нет, есть, если что, если что. Дом напротив. В доме есть. Ага. Ног. Через стену опять, да. Прикиньте, пацаны. Повезло. Вот сюда приземлился один. Пацаны тоже не глупые. Решили контролу крышу. Вот здесь. Ног здесь. Попробуйте доесть. Хорош. Замечательно, еба, пацаны, молодцы. Изумительная игра. Доел лок. Пацаны, лево, фул лево, чекаем. Вот он, один. Один низ. Хорош, ребят. Один дебункер вот здесь. Блять, уходить надо. Дочку нам. Попробую. Что-нибудь сделать. Сзади нас. Да, на. Вот он. Убил. Поднимите. Рус, бегу, брат. Вот. Помочь, ребят, без брони. Ног. Еще один. Помочь надо. Не отключайся. Сейчас вылечу. Он там стоит. Бля, не могу, пацаны, помочь. На мне надо сходить. Жить. Да тихо. Да пиздец, блять. Так, ребят, ну вот и подошло время к сборочке. Ставим глушитель ГРУ. Последний ствол. Добавляет абсолютно практически все. Целеуказатель уголек. Точность стрельбы от бедра. И плюс урон добавляет. Можно поставить было МВТ, но он урон отбирает. Так что с этим угольком более нормальный урон. Так, рукоятка обязательно борец, скорость перемещения в прицеливании, тут написано только скорость перемещения в прицеливании и точность стрельбы от бедра, он скорость перемещения в прицеливании везде идет, не только просто скорость перемещения. Так что рукоятка борец самая оптимальная, если вы умеете более-менее отдачу также контролить. Так, собственно, ну и последний магазин, быстрота перезарядки, 40 патронов и боезапас, изумительный просто магазин. Так, ну вот и свисик подошел. Глушитель ГРУ также добавляет все, начальную скорость пуль. На снайперку всегда старайтесь ставить то, что добавляет начальную скорость пуль. Это просто имба. Также последний ствол, опять же, темп стрельбы, начальная скорость пуль. Лазер
МВТ. Время прицеливания на снайперках также очень важно. Время и скорость прицеливания, как он входит в прицел. Это тоже очень довольно-таки такой результат, время прицеливания. Получишь хороший, хорошо будешь нокать. Ну и приклад. Люблю фазумчики давать и двигаться в прицеле быстро, чтобы можно было стрельнуть, уйти. Тоже прикольно. Ну и вот, еще заметьте один момент. Если ставите вы изоленту, то ставьте всегда змейку. Самая быстрая из этих всех изолент во время прицеливания. Просто замечательно. Спасибо за просмотр.